Всем привет, я Мария Строганова, и в эфире свежий выпуск телепроекта «Культ Фьюжн», ваш гид по культурной жизни нашего города. «Сказки из Лихославля» – так называется программа Тверского агентства путешествий «Радуга», которая стала победителем премии «Маршруты России-2018» и призером премии «Маршруты года 2018». Объекты уникальны. Музей мармелада, фабрики «Мармеладная сказка», где можно не просто посмотреть на мармелад, но и самим попробовать его сделать. Второй объект – музей лихославской керамики. Там очень интересная легенда. Третий объект – музей карельской культуры, Карельский краеведческий музей. И вот совсем недавно у нас была группа из Максатихи в Лихославле, и дети, и родители остались очень довольны, им очень понравилось. И когда дети учатся путешествовать, любят путешествовать, тогда вкус к жизни у них продлится на много-много лет. А среди новых увлекательных программ агентства путешествий «Радуга» – новогодний ежик и мармеладная масленица в кукольной стране. Узнать об этих и других турах можно по телефону 710284. Предлагаю вашему вниманию обзор самых ярких событий, концертов и спектаклей, которые состоятся в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Добрый день, дорогие друзья! Вновь мне хочется рассказать о программах, которые киноконцертный зал «Панорама» готовит для вас. Скоро, 14 декабря, киноконцертный зал «Панорама» встретит народного артиста России Владимира Винокура и его театр пародий. Владимир Винокур – великолепный пародист, блестящий певец, но в то же время он и сильный драматический актер. А, пожалуй, самый главный его талант заключается в том, что его невозможно ограничить рамками какого-либо одного жанра. В нашем концерте вы услышите юмористические миниатюры, увидите яркие пародийно-музыкальные номера, главным действующим лицом которых, конечно же, будет сам Владимир Винокур. А программа концерта настолько радостная и веселая, что воспоминания о ней остаются надолго в памяти. Всем нам известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь. А я абсолютно уверена, что в эти новогодние праздники нужно зарядиться положительными эмоциями, чтобы их хватило на весь предстоящий год. И программа киноконцертного зала «Панорама» поможет вам в этом. Уже 3 января вокально-инструментальная группа «Синяя птица» Дмитрия Галицкого и ведущий популярного телевизионного канала «Ностальгия» Владимир Глазунов представят новое музыкальное и интерактивное шоу, рожденное в СССР. Казалось бы, эта группа легендарная уже ничем не может нас удивить, а нет. Новое музыкальное интерактивное шоу, и это программа, которая явно достойна внимания, ее ни в коем случае нельзя пропустить. И 3 января в киноконцертном зале «Панорама» нам всем предоставится уникальная возможность насладиться теплым и трепетным чувством под названием «Ностальгия». 5 января киноконцертный зал «Панорама» и театр национального испанского танца «Фламенко Лайф» покажут зрителям Твери музыкальный спектакль, в основу которого положено классическое произведение Уильяма Шекспира. Язык фламенко, как ничто другое, поможет рассказать и передать историю, в основе которой лежат шекспировские страсти. В нашей жизни, к счастью, есть очень много праздников. И мы, как правило, долго готовимся к этим праздникам и хотим чем-то удивить и порадовать наших близких, друзей и знакомых. Билеты, которые можно приобрести в киноконцертный зал «Панорама», могут быть замечательным подарком, приятным, после которого остаются в памяти надолго теплые и добрые воспоминания. Тем более, что ценовая политика киноконцертного зала «Панорама» очень лояльная. Еще раз подчеркиваю, почти на все концерты стоимость билетов от 600 рублей, а есть и дешевле.
Более 30 видов увлекательных активностей, аттракционов и игровых зон, где родители совершенно бесплатно могут составить компанию своим детям. Такова концепция масштабной федеральной сети семейных парков активного отдыха «Джоки Джоя». Место классное, все супер, мы уже опробовали все аттракционы. Очень хорошо можно провести время с детками разных возрастов. Не только дети могут прыгать, скакать, но мы им тоже можем вспомнить свое детство, что нам этого не хватало. Можно и с детьми покушать, и самим кофейку попить, забежать. Ничего я это. Ну а детские и семейные праздники в Джоки Джоя – это отдельные комнаты, расписанные художниками, увлекательные интерактивы и великолепное меню. Дорогие друзья, приглашаем вас в наш парк активного отдыха Джоки Джоя. Приходите к нам в будни или выходные дни, отмечайте у нас ваши дни рождения или другие праздники. Всегда рады вас видеть. Семейный парк активного отдыха Джоки Джоя находится в ТРЦ «Рубин-2» на проспекте Калинина и работает ежедневно с 10 до 22 часов. С 15 ноября в киноконцертном зале «Панорама» можно посмотреть фэнтези-драму «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда». Слоган ленты звучит так: «Кто сможет изменить будущее?» Вы недооцениваете себя, мистер Саламандр. Их высокомерие – ключ к нашей победе. Маглы не хуже нас. Они не пешки. Ты слишком хороший, Ньют. Нет монстра, которого ты бы не полюбил. Криденс? Фэнтези-драма «Фантастические твари. Преступление Гриндевальда» с 15 ноября в киноконцертном зале «Панорама». Информация и билеты по телефону 300-033 и на сайте panorama-festival.ru. Вы призрак? Нет, я вполне живой, но я алхимик и, следовательно, бессмертен. Николя Фламель. Якоб Ковальский. Фу. Я бы не дал вам и 400 лет. Не трогайте ее! Ни человек, ни машина, нечто большее. Таков слоган фантастического боевика «Апгрейд», посмотреть который можно с 22 ноября на экране киноконцертного зала «Панорама» на Смоленском, 29. Это новый улучшенный мозг. О боже. Я Стэм. Система, контролирующая ваш организм. Тебя еще кто-нибудь слышит? Нет, только вы. Информация и билеты по телефону 300-033 и на сайте panorama-festival.ru. Мы с вами закончим то, что начали. Апгрейд. Премьера ледового шоу для всей семьи мирового уровня состоится в Твери 4 января в спорткомплексе «Юбилейный». Малыши и взрослые увидят яркий, эффектный, невероятный, сказочный шоу-спектакль «Алиса в зазеркалье на льду». Профессиональные фигуристы исполнят сложнейшие элементы фигурного катания и циркового искусства и предстанут в образах любимых персонажей Алисы и ее друзей. Чудесный мир зазеркалья откроется перед вами 4 января в спорткомплексе «Юбилейный». И да, билет на это шоу, пожалуй, лучший подарок на Новый год. Узнать больше можно по телефону 8-911-4595, билеты на сайте interfest.org, а также в кассах «Тверь-билет» и «Концерт Тверь». На сегодня это все. Смотрите Культ Фьюжн, будьте в курсе самых ярких событий культурной жизни и индустрии развлечений нашего города. И отдыхайте вместе с нами!